память, мама. Я часто думаю о том, как будут жить люди после войны. Мне кажется, что за это время люди научились ценить жизнь. И каждая минута будет радостью, каждое движение – благостью. Дела мои идут хорошо. Я достал себе книги. Август, Небекова. Сижу на книге, когда есть время. Оказывается, это очень интересно. А в школе наоборот. Привет, старик. Да ты вроде не из нашей школы. Что-то я тебя раньше здесь не видел. И одет ты как-то странно. Весь военизированный. Хочешь, что ли? Простите, я не понял. Странный ты какой-то. Зови меня на «ты». Мы же, кажется, ровесники. Тебе сколько лет? 18. А мне 17. Я с 88 года. Сейчас перемена или урок уже начался? Ты не в курсе? Сейчас? Да, сейчас. Сейчас война. 1945 год. Я ничего не понимаю. Я сам не понимаю. Последнее, что помню, взрыв. Дальше тишина. Потомок? Ну, здравствуй, потомок. Ты прости, может мне тебя на «вы» называть? Почему? Ведь мы вправду ровесники. Во всяком случае, сейчас. Скажи, а там, ну, на войне, правда так страшно, как пишут? Там очень страшно. Но бывают такие моменты, как бы тебе объяснить, когда устаешь бояться. Тогда нет ничего лучше, чем запеть. Не понимаю. И не дай бог тебе это понять. А ты знаешь, какие песни военных лет? Сейчас. Вспомнил. Что-то про синий платочек. Очень жаль, что ваше поколение не знает песен о войне. Ведь эти песни — наша память. А без памяти жить невозможно. Напрасно вы говорите, что наше поколение не знает песен о войне. Просто мы поем другие песни. Вот, например, это. Спится по ночам,
как будто вы спались в бою. Оловянный солдат, просыпайся на ноги. Оловянный солдат, собирайся домой. Жить чертовски хочется и мстить этим варварам. Братцы, а победа? Что мне сказать нам, своим? Когда будет победа? Еще не скоро. Фашистская Германия капитулировала в 1945 году. День Победы мы празднуем 9 мая 1945 года. Ты выживем, ладно? Главное, что мы победим. Еще горячкой боя сердце билось, а в мир уже ступила тишина, как будто время здесь остановилось, не веря вдруг, что кончилась война. А над Рейхстагом алеет советский флаг. Его подняли в ночь на 1 мая разведчики 756-го полка 3-й ударной армии Егоров и Кантарин. Победа! Как она досталась? Каким путем мы к ней пришли? И раны были, и усталость. Шрамы на груди земли, броня во вмятинах глубоких. И далее пройденных дорог, и ордена на гимнастерках, где пот нещадно ткань прожег. Наш народ хорошо знает цену миру, мирной жизни. Мир — это утро, полное света и надежды. Мир — это цветущие сады и колосящиеся нивы. Мир — это школьный звонок, это школа, в окнах которой солнце. Хорошо быть счастливым.